Так ты мне все-таки не враг? Я знаю место, где может тебя спрятать. Не плачь, Хаги. Смотри, это же Кисси-Мисси. Хоть бы он нас тут не заметил. Давайте останемся здесь, проследим за ним и узнаем его планы. Я их точно споймаю. Это наш шанс сбежать. Ребята, похоже, что замок заело. Мы не можем выйти наружу. Тише, Сережа, что за звук? Сюда кто-то идет. Если это работник фабрики вернулся, нам конец. О, ребята! Лиза, ты нас так напугала! Мне аж плохо стало. Как ты узнала, где мы и как ты дверь открыла? Ну, Сережа скинул мне геолокацию, я думала, вам помощь нужна. А ключи тут прям под дверью лежали. А, да, точно! Я же геолокацию скинул, где мы находимся. Подумал так, на всякий случай. А, ну теперь понятно. Так, надо удирать, пока злой работник не вернулся. Да, ты прав. Если он засечет нас с Хаги-Ваги и Кисси-Мисси, нам конец. Вау, ребята, это Кисси-Мисси. Да, мы ее тут нашли, она связана была. Бедненькая, она такая миленькая, плюшевая. Ну хватит, ребят, пошли скорей. Согласен, пошлите. Я уверен, там никого не было. Прячемся. Этот мальчишка пытался меня надуть. Ребята, это работник фабрики вернулся. Так быстро. Хоть бы он нас тут не заметил. Ладно, все, давай, пока. Не понял, где ключи и почему дверь открыта? Упс, он нас сейчас спалит. Наверное, я забыл ее закрыть. Хорошо, что у меня запасные есть. И что нам теперь делать? Не знаю, но если мы начнем открывать дверь, он нас точно увидит. Давайте немножко подождем, может он сам куда-то уедет. А если он сейчас сюда придет? Нужно сейчас перепрятаться. Он ушел, это наш шанс сбежать. Лиза, стой! Давайте останемся здесь, проследим за ним и узнаем его планы. А куда спрятаться, мы уже знаем. Давайте. Ребята, вы здесь посидите, а я пойду прослежу за работником. Всем вместе нам выходить опасно. Согласна. Понял. Он что, поел и уснул? Сережа! А! Я из-за тебя его разбудил! Что ты тут делаешь? Да спит он! Я кое-что вспомнил. У нас жучок остался, который мы с Хаги сняли. Помнишь? Ну, помню. Давай работнику подбросим, чтобы мы знали, где он. Поэтому я и пришел к тебе. Как удачно, что он уснул. Да, сейчас это будет сделать легко. Все, пошли. Сереж, ну что ты там копаешься? Пранкую его. Смотри.
селфи на память. Вы так долго? Все хорошо. Злой работник наелся и уснул. Мы подкинули ему жучок. А еще посмотри на это. Ребят, давайте быстро убегать с фабрики, пока он спит. Да, вы правы, пошлите. Фабрики-то мы уже сбежали. Куда нам идти? На улице нам оставаться нельзя. Нас кто-то заметит. Ты прав. Хаги-Ваги и Киси-Миси привлекают внимание. Это может плохо кончиться. У меня есть идея. У нас есть квартира на окраине города. Она пустует. Там мы точно будем в безопасности. Хорошо, давайте поспешим. Фу, что это такое? Кто это сделал? Ну вот, ребята, это моя квартира. Квартира хорошая, но здесь нельзя оставить навсегда Хаги и Киси. Однажды злой работник доберется и сюда. Ты прав. Смотри, Сереж, Хаги что-то хочет сказать. Что это значит? Ты хочешь в лес? Тут написано слово «свобода». Ясно же, он хочет свободу. Но мы не можем вас выпустить, пока работник поблизости. Он ведь снова вас поймает. Значит, нам нужно заставить работника фабрики уйти. Тогда Киси-Миси и Хаги-Ваги были бы свободны. Верно, Ярик, ты прав. Да, ты прав. Только как нам это сделать? Он знает, что Хаги-Ваги и Киси-Миси находятся в нашем городе. Работник фабрики ни за что отсюда не уйдет. Только если он решит, что Хаги-Ваги и Киси-Миси сбежали в другой город. И как нам его обмануть? Ребята, у меня есть идея. Мы сделаем в фотошопе картинку Хаги и Киси на фоне другого города. Хорошая идея, но город нужно выбрать очень далекий. Например, Голливуд? Круто, ему туда долго ехать. Только есть загвоздка. Как работник увидит эти фотки? Как-как? А интернет для чего? Мы сольем фотки в соцсети, и люди их точно заметят. Фотки начнут распространять, и работник их увидит. Серега, ты гений! Тогда давайте их фоткать, может реально получится. Ну вот, готово! Так круто получилось, да, я закину в сеть? А я быстренько поделюсь с друзьями. Ого, за первую минуту 150 лайков. И 70 репостов. С такой скоростью работник их скоро увидит. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы у нас все получилось. Осталось только ждать. Хаги, Киси, присаживайтесь. Алло. Что? Вы видели фотки Киси и Хаги? Вы уверены? Сейчас посмотрю. Ничего себе, они в Голливуде, это точно они. Я должен немедленно выезжать. Я их точно споймаю. Никуда они от меня не денутся. Ха-ха-ха. Thank you.
Ребята, жучок работает. Я могу сейчас отследить, куда идет этот злой работник. Ого, смотри, как он уже далеко. По-моему, он точно поехал в Голливуд. Это значит, что у нас все получилось. Я тоже так думаю. Теперь Хаки и Киси свободны. Работник уже уехал, и он точно не скоро вернется. И что это значит? Нам придется с ними прощаться? А зачем прощаться? Пускай живут тут. Эта квартира все равно пустует. А Хаги-Ваги и Киси-Миси нужен дом. Супер! Круто! Мы сможем их навещать! Ребята, спасибо вам за ваш лайк! Благодаря вам у нас все получилось! Подпишись! И всем пока!